Песня называется «Купить енота». Началось. Мы еще даже не выучили название песни. Просто купить енота за 19 200. Продан шарден, и вот он в поместье назван. Ввиду пристрастий к ветхим вещам старинным, Настей хотя хотели Ириной. Здрасте, сегодня Настя в поместье. В пасти у Насти трость и сюртук. За 19 200 мы вместе. Вроде бы, может, если, а вдруг. Вдруг он надежным другом будет и будет братом. Коле, форели, Оле, примату мы же. До слез, до грыжи, до хрипоты, до рвоты. Верим в енота, верим в енота. Здрасте, какие страсти в поместье. В пасти у Насти Костя питон. Костя давно за 200, хоть в 200. Вроде бы только что-то не то. Что-то не то, а что-то то, но не то, что прежде. Стертый ботфорт, стертый надежды. То ли терпенье кашу. В школе мы жрали плохо. Климат не наш, не наша эпоха. Здрасте, покуда Настя в поместье. Апофеоз безвластья, оплот за околустье вместо поместья. Может быть, может, если, и вот, вот уже год как гордо спят поперек перины лапы и хвост, и морда Ирины. Кто-то воскликнет что-то типа: а где же Настя? Настя теперь Ирина. Ну, здрасте. Здрасте, у нас не Настя в поместье. Примус на минус, косинус, плед. 2 200 000 все вместе. Вроде бы, может, если, но нет. Нет бы раскрыть глаза и просто послать енота. Есть среди прочих заодно нота. Если кому-то где-то важно терпеть кого-то, лучше предмета нету енота. Лучше предмета нету енота. Лучше предмета нету, чем он. Лучше предмета нету енота. Может быть, если только питон. Может быть, если только питон. Может быть, если только. Ху!
справились с премьерой нас, с премьерой вас, Оазис, с 15-летием. Мы очень хотим быть с вами на 20-летии, 25-летии, 30-летии, 50-летии и так далее, и так далее, и так далее. Пусть все живет. И вам спасибо большое. С днем рождения, Оазис!